Ульяна Баранова с выбором профессии определилась еще в детстве. Потому пошла в кадетский класс и стала изучать юридические специальности. Ведь цель четкая – стать криминалистом. Я с самого детства хотела поступить на криминалиста именно для выезда на место преступления. Поэтому мне очень здесь интересно. На экскурсию в экспертно-криминалистический центр регионального ОМВД Ульяна приехала вместе с одноклассниками. Здесь кадеты и курсанты полицейского класса. Накануне дня экспертно-криминалистической службы ребятам показали практически все направления ведомства. Мы находимся в пищевой лаборатории, где проводятся исследования и экспертизы спиртосодержащих жидкостей и пищевых продуктов. Сюда они поступают для того, чтобы мы определили на наличие фальсификата. И чтобы определить наличие фальсификата, мы проводим различные исследования, такие как органолептические исследования, физико-химические, и на газовом хроматографе, чтобы определить микрокомпонентный состав. Трассологическая, почерковедческая, фоноскопическая в центре проводят как и классические виды экспертиз, так и новейшие. Для этого и привлекают новых специалистов. Обычно, кстати, после таких экскурсий часть школьников четко определяются с профессией. Самое главное, конечно, это человек, эксперт. И это человек, который обладает специальными познаниями, навыками и, самое главное, увлеченный своим делом. Вот для этого, конечно, нужно привлекать молодых, энергичных, заинтересованных, замотивированных людей. И дети, которые сейчас стоят на пороге выбора, кем быть, думаю, очень получили возможность в определении кто-то для себя решение вопроса, чтобы действительно встать на борьбу с преступностью. Ежегодно центр проводит 1500 экспертиз, это как минимум, по 7 направлениям основной деятельности. При этом от скорости их проведения очень часто зависит быстрота расследования уголовных дел.